Всем привет, меня зовут Елена, и добро пожаловать на мой канал. Хочу всех поздравить с наступившим Новым годом 2018 и с Рождеством. Пожелать всем здоровья, добра, удачи, счастья. В общем, всего, что вы себе можете сами пожелать, и побольше. Сегодня хочу с вами поделиться небольшой радостью своей. Мне пришла посылочка сюрприз. Новогодняя. На самом деле она пришла после Нового года, но это уже не важно. Посылочка мне пришла от Мариночки Жуковой, моей дорогой подружки. Тебе огромный привет. Я уже ее распаковала, чтобы особо не шуршать, и хочу вам показать, что мне пришло. Посылка была вот такая в коробке. Коробка непримечательная, но это вообще не имеет значения. И хочу вам показать, что мне пришло. Мне Мариночка прислала много разных интересных и средств, и просто милых подарочков. И вот давайте вам покажу. Значит, первое, я такую фирму у нас не видела. Называется Milk. Хорошее настроение. Крем для рук. Яблочный джем. Буду обязательно его использовать, пахнет очень приятно яблочком и чем-то таким молочным яблоком. Так, буду сюда ставить. Следующее средство от V Cosmetics. Я уже его узнала, когда распаковывала, что это именно этой фирмы. Увлажняющее молочко с белым виноградом. Это средство для тела в таком интересном флакончике. Его достаточно много. Здесь 100 миллилитров. Я думаю, что его надолго хватит. В общем, пока ничего больше сказать не могу, но я очень довольна этим подарочком. Большое спасибо. Я уже успела познакомиться с компанией V Cosmetics. Я просто безумно в нее влюблена. Вот, так что обязательно буду пробовать. Спасибо, Маришка, огромное. Ой. Так. Сюда. Следующее. Достану большую. Это она мне прислала кухонный набор из фартука, рукавички и прихватки. В таком новогоднем стиле. Сейчас давайте вместе раскроем. Не хотела шуршать, но... Так. Здесь получается, да, фартук, прихватка и рукавичка. Вот такая рукавичка с оленями. Симпатичная. И домик заснеженный. Прихватка, да, салфетка. Такая с цветочками. Ну, тоже что-то зимнее. Так. И вот такой вот фартучек. У меня еще не было новогоднего фартучка. Теперь будет. Вот такой красивый. Тут еще и собачка есть. Даже несколько собачек разных. Спасибо, Мариш, огромное. И ткань такая приятная. На рогожку похожа. Такой приятный сюрприз, буду пользоваться. Так, еще здесь был вот такой подарочек, чай в шарике. Можно шарик потом повесить на елочку. Так, давайте с вами его распакуем. Можно целую коробочку повесить на елочку, потому что здесь есть такая петелька. А можно его открыть. Вот такой вот чай. Чай вообще здесь черный, листовой. Я, к сожалению, не пью черный, но у меня мама пьет, так что отдам ей. Очень красивый шарик с белочками. И здесь внутри пакетик. Можно заваривать. Такой красивый шарик. Надо его куда-нибудь пристроить. Так, он тяжелый. О, будет тут висеть с зайцем.
Так, что еще было? Так, еще маленькая открыточка с Новым годом. И тут поздравления. Тоже я все прочитала уже, спасибо, мне очень приятно. И еще здесь была маска. Маска. Так, здесь все по-китайски. Маска с экстрактом секрета улитки и гиалуроновой кислотой для лица на тканевой основе. Разглаживание морщин и восстановление тонуса. Давно хотела попробовать маску с улиткой. Спасибо, Мариш, огромное. Буду пробовать, потом расскажу вам свои впечатления. Вот такой был маленький у меня подарок. Очень приятно. Спасибо, Маришка, за такой подарок, сюрприз на Новый год. Безумно приятно. Внимание такое. Спасибо огромное еще раз. Ссылочку на канал Мариночки я оставлю под видео в инфобоксе. Кто не знаком, проходите обязательно. Замечательная девчонка. Очень положительный такой дружелюбный человечек. Знакомьтесь, подписывайтесь, если кому интересно, а кто еще не знаком. А с вами мы увидимся в следующих видео. Пока-пока!